Известный французский специалист в области рекламы и пиара Жак Сегела заметил следующее. Реклама давно уже не просто слово в торговле. Это слово в политике, слово в общественных отношениях, слово в морали. Сегодня она представлена во всем великолепии. Реклама учит, как нам жить и что нам есть, где нам отдыхать, на что тратить свои накопления, определяет модные тенденции практически во всех сферах. Не согласны? Оглянитесь вокруг. Билборды, растяжки, реклама на троллейбусах, автобусах, маршрутных такси, ну и, конечно же, по телевизору и в газете. И это довольно-таки неплохо, поскольку из такого изобилия человек всегда выберет оптимальный для себя вариант. Но помимо вышесказанного, все большую популярность приобретает информационно-разъяснительная реклама. Так считают Московская налоговая инспекция областного центра. Именно благодаря их инициативе в городе Бресте появился еще один необычный троллейбус, который составил конкуренцию поэтическому и историческому троллейбус социальной рекламы налоговой службы. Можно сказать, что это совместный проект контролирующего ведомства и троллейбусного парка. За последние годы налоговые органы сделали серьезный прорыв в информационно-разъяснительной работе, перейдя от простого информирования к реальному взаимодействию между плательщиками и общественностью. Яркий пример – это наш троллейбус инспекции по Московскому району города Бреста, а если быть точным, с логотипами министерства нашего и социальной рекламы. Яркий троллейбус, курсирующий по всем городским магистралям, интересен брещанам. Трудно не обратить внимания на такие задорные лица ребятишек, добрые наших дам и кавалеров, элегантно возраста. Это наши дети и наши родители, а налоги, которые мы платим в казну государства. Их обеспеченная старость сегодня, а завтра уже нас самих. Это развитие образования, совершенствование структуры здравоохранения. Список можно продолжать. Значимость налогов переоценить трудно. Конечно, значит. Это безопасность нашей республики. Это наше благосостояние. Это наше будущее. Это как бы необходимая данность нашему времени. Почему? Почему? Потому что это существенное пополнение бюджета в первую очередь. А бюджет – это наша жизнь, по сути дела. Это все наше окружение, это бюджет. Помимо яркой внешней рекламы, пассажиры троллейбуса могут во время движения через видеорекламу узнать об изменениях в налоговом законодательстве, о действующих налогах и сборах, о правах и обязанностях налогоплательщика. Так что с какой стороны не посмотришь, дело сделано хорошее.